Всю прошлую неделю в Ульяновске проходила всероссийская акция «Стоп ВИЧ-СПИД». Завершилась она накануне традиционным забегом «Протестируй себя». Больше 300 участников собрались во Владимирском саду. Среди них и волонтеры-медики, общественные организации, неравнодушные ульяновцы. Старт забега был объявлен в 15:00. Участники пробежали расстояние от центра города до торгового комплекса «Аквамолл», где их ждали тематические площадки. Это очень посещаемое место, и данная проблема ВИЧ-инфекция, она очень актуальна. Почему? Потому что это болезнь молодых, и она лечит судьбы тех людей, которые чаще всего достигают 30 лет. И именно они активны и заболевают этим заболеванием. В торговом центре все желающие могли анонимно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, получить консультацию специалистов и пройти дополнительное обследование здоровья. Я считаю, что такие мероприятия нужны. Они заражают позитивом, они сплочают, настраивают на то, что надо заботиться о себе и своем здоровье. Международный день памяти умерших от СПИДа отмечается в мире уже 36 лет. Марафон, приуроченный к дате, проходил в Ульяновске всю прошлую неделю. Для школьников проводились открытые уроки, для горожан – семинары. По замыслу организаторов, проходящие мероприятия необходимы для информирования населения по широкому спектру проблематики ВИЧ-инфекции – от путей передачи до профилактики. Достижение нашей области в том, что мы с 16 года по 18 год увеличили на 10% количество людей, протестированных на ВИЧ. Но в этом году у нас стоит большая задача. Мы должны довести с 24% обследованных на ВИЧ до 30% населения области. Вирус иммунодефицита человека поражает иммунную систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться другим заболеваниям и инфекциям. СПИД – это последняя стадия развития ВИЧ-инфекции. Согласно официальным данным, около 18 тысяч ульяновцев являются ВИЧ-инфицированными.